праздником вас, герои! То не ветер на поле затих, то по миру дрожь прошла волной. Он пошел один на восьмерых, он за правду вырвал этот бой. Кто такой и как его зовут, навсегда запомнят времена. Он татарин, русский и якут, он Алеша, и за ним страна. Тот, кто смел, тот и воин, тот, кто смел, тот и воин. Только вольным все на свете можно. И один в поле воин, и один в поле воин. Если это русский танк Алеша, то не просто стаю воронья, то фашистки снова реет стяг. Да крепка Алешина броня, так и было, и да будет так. То не ветер на поле затих, то по миру дрожь прошла волной. Всей России! Низкий вам поклон! Спасибо! Герои России Александр Леваков, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев! С праздником, наши герои! Был трудный бой! Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр, и вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище.
И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.